Итак, ребят, всем привет, с вами Дубга, и мы начинаем вновь играть Victoria 3. В этот раз уже релиз, конечно же, прошел, новый патч вышел, и к нему уже обновились, вышли моды, поэтому я накачал модов. Постараюсь я, конечно, в описании добавить ссылку на сборку того, с чем я играю. В основном тут графические моды, моды на интерфейс, но также ради теста добавил сюда мод на улучшение искусственного интеллекта. Если раньше это был мод анбилда, но теперь мода билда нету, и есть другой, который, в принципе, вроде как просто обновляет этот самый мод. Так или иначе, поехали за Пруссию мы. Что мы будем делать в нашей партии? Во-первых, партию эту я уже немножко прошел, но так как, кто знает, что в Дискорде у меня имеется, что у меня сдох SSD-шник, партию приходится перезаписывать, потому что там всего пару серий было, я их не загрузил. Мы будем выходить в максимально возможную диктатуру. В этой игре не метовая игра диктатуры, в этой игре инклюзивность. Это мета, демократия, либерализм — это мета. Свобода, равенство, братство, как говорится, это все мета. Мы это все, конечно, знаем, но просто ради интересной партии и ради того, чтобы немножко, так сказать, нагнуть игру, поищем, как можно играть по-другому. Из наших, конечно же, целей ближайших будет объединение Германии. Затем, наверное, мы постараемся занять большую часть Африки. Господи, здесь еще лагает вроде как карта немножко. Я бы сказал, сайд-квестом у нас будет захватить себе в подчинение какую-то Аргентину. Ну так, чисто на всякий случай. Ну и, конечно же, достичь первого места в мире. А там будем смотреть по ходу. Так что поехали. А вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. А у нас впереди куча дел. Ну и, конечно, наша первая технология — это национализм. А затем, конечно, нитроглицерин. Ну, в общем-то, одни из самых полезных технологий, я бы сказал. И сразу после этого фармацевтика. Может быть, немножко поменяем местами даже. Строить мы будем все в Силезии в данный момент. У нас здесь хватает населения, хватает ресурсов. Сейчас построим сектора, потом науку. И потихоньку будем, в общем-то, развиваться по нашим потребностям. В идеале было бы неплохо заключить союз с Россией. И, может быть, какой-нибудь Британией. Потому что с ними у нас конкретных каких-то территорий нету. Интересы наши не поставляются друг другу. Так что вот это два наших теоретических союзника, с кем-то из них было бы неплохо этот союз именно заключить официально. Не забываем, Севера, поставить здесь вот дорожные службы, потому что это ускоряет постройку. Также можем сразу переключить университеты на факультеты философии, и то, что можно делать светское, мы, конечно же, делаем светским. Я понял, что этот новый DLC дает мне возможность интерфейс переключать. Видите, сделал его немножко прикольней. Ну, допустим. А на грани расторжения наш пакт с Липпе. Давайте улучшим отношения с этим самым Липпе. На него только шла не переключать, когда нажимаешь. Ну ладно, я сам найду, я не против. Ой, я увеличил достаточно объемы нашей торговли с Россией, чтобы торговое соглашение с ними заключить. Вскоре, наверное, смогу с британцами, хотя пока отношений не хватает, я полагаю. Ну слушайте, да, мы в теории можем и с Россией заключить. Для этого нам нужно сделать вот так, я полагаю. И, наверное, вот так. Это у нас, конечно, расходно поднимет временно, но теперь в теории там 31. Может, что-то пересчитаться должно. Это вот, наверное, должно поменяться через какое-то время, надеюсь. Я по ощущению это влияет. Ладно, пока выключу. Короче, когда будет меньше 30, мы сможем за услугу, за одолжение заключить союз. И это нас будет более чем устраивать. Ну и, кстати, пора бы нам какие-то закончики менять. Думаю, начнем с профессиональной полиции. Достаточно полезно, к тому же уже есть. И, господи, я образование не понимал, хотя стоило бы. Получаем еще ивентик факультет философии. 5 лет получаем плюс производительность наших универов. Ведь самые универы достраиваются, и вот мы по лимиту исследований, в принципе, вот тут пойдем. Ну и давайте-ка начнем немножечко тут расширяться. Можем вот сюда за золотом загонять. Вполне себе такой полуобузный способ денежек раздобыть. Нужно только, конечно, будет подстроить к этому моменту кораблей. Но мы сейчас их и закажем. Итак, мобилизируем армию. Мобилизируем сюда флот. Будем сейчас высаживаться. Так, флот немножко расширили. Потихоньку должен заполниться просто личным составом. Типа мы строим корабли. Уже, я думаю, зулусов мы сможем победить. Посмотрим сейчас. Здесь с законами нам не очень везет. Как я и говорил, даже с такими дебафами мы высаживаемся успешно. Никаких проблем с этим не должно быть. Несколько таких же битв. И мы без колебаний займем эту территорию для, конечно же, блага Германии.
О, вот то, о чем я говорил. Союз с Россией за обязательства. Обязательства, конечно, заставят нас потом что-то сделать, но мы с этим можем жить. И Зулуленд наш. Прекрасно. Наша армия далеко не уходит. Остается, в принципе, здесь она. Мы продолжаем захватывать дальше территории. И у меня сейчас немножко покрашилась игра. Я нажимаю сфабриковать войну. Крашится игра. Сюда сфабриковать войну. Крашится игра. Я пропустил еще одну неделю. Но с конца недели крашилась. Заново начал фабриковать войну. Все стало хорошо. Почему это было, я понятия не имею. Но теперь все стало нормально. Слава богу. Ну и нет. Кладбище законов не смогли мы принять, к сожалению, профессиональную полицию. Давайте да, попробуем колонии принять. На самом деле тоже будет неплохо для нас. Мы сможем вот здесь вот колонизировать, вот сюда. Ну и может я бы еще и вот сюда потом попробовал. Здесь тоже что-нибудь можно захватить. Ну и несомненно, несомненно, вот сюда тоже очень-очень важно попасть ради образования. Как говорится, глупые европейские державы пытаются внемлить, получить хоть какие-то знания от Мессины, которая уже знает про космос. Которая уже готовится отправлять, не знаю, космонавтов туда. Потому что, ну, как еще можно объяснить, что здесь постройка, которая дает всему населению образованность, грамотность? Не знаю. Помню как. Получаем мы нитроглицерин. Видимо, что-то еще и захватываем, что всегда приятно. И вот они, наши апгрейды. На самом деле, тоже, я думаю, достаточно приятно. Еще и немножко здесь тоже плюсиков получили. О, смотрите, какой-то интересный винтик. У нас тут революция просто, да, происходит, если вы не заметили. Можно сделать вот так, и... Они должны успокоиться, да. Приятный ивент, на самом деле. Революция плюс война. И шанс того, что все оппозиционеры получат плюс 3 к лояльности. А это... Это сильно. Это очень сильно. Почему мы тратили на евангелистов наш чертов авторитет, это очень слабо, это очень... Плохой мув был, я бы так сказал. А надо потратить его вот сюда. И вот получим еще чуть-чуть денег сверху. И здесь мы уже все захватили. Прекрасно. Вы оставайтесь здесь на всякий случай. А мы продолжаем все захватывать. И у нас здесь начинаются нехватки людей. И да, взрывчатки. В первую очередь взрывчатки, конечно. Ну, взрывчатку мы строим. Потихоньку-потихоньку подразгоняемся. Как здесь появится золото, будет вообще отлично. А вот и начинаем переманивать наш таможенный союз вот этих вот миноров, которые сейчас в таможенном союзе находятся с Ганновером. В принципе, Ганновер тоже мы переманим под конец. А вот и оно, колониальная эксплуатация. Теперь мы это сюда получаем чуть побольше всего. Чуть получше здесь это все. Точнее, туда работников попроще нанимать также будет нам теперь. И еще вот здесь, и здесь мы начнем... Конечно же, колонизировать территорию. Это займет очень много времени, но в один момент, конечно, прогресс будет. То есть потихоньку-потихоньку красить будем. Отлично. Можем мы теперь вторую компанию открыть. У нас теперь вот две такие компании. И, к сожалению, не достаточно успешен, потому что нам не хватает шелка. Как бы я не хотел его все время закупать, почему-то все еще не хватает. Возможно, стоит сделать просто вот так и начать у Китая покупать. Начинаем также делать тайную полицию. И, наверное, стоит заняться уже вот этими ребятами. Но на меня тут обиделись вот эти ребята с юга. А значит, придется с ними сначала разобраться. Ну и пока мне все еще недоступна дипломатическая игра за объединение. Как я понимаю, я вообще не очень понимаю. Это из-за того, что вот этого еще пока нету. Наверное, после этого будет доступно. Ждем тогда пока. Ну и подавили мы всех этих мужиков. Мы тут до этого тем более распускали... Казармы, так что особо ничем они не воевали. В общем, получилось очень смешно и бессмысленно. Да прокляли нам тут ивенты хорошие. Быстро мы примем себе теперь тайную полицию. И Россия просто такая, блин, да ты там обязательства мне давал? Угу. Да, а давай я просто разорву союз и обязательства. Ну типа, может получается просто принимать союз? Получать обязательства и разорвать союз? Что это за просто чушь? О, а вот смотрите-ка, сейчас я и Ганновер смогу себе забрать в таможенный союз. Бам. Отлично, вся Германия уже там. Осталось лишь в здании разобраться с Альзасом, ну и, конечно, с Австрией пободаться. Ждем идентичности, получается. О, вот мы открываем все Хинин и открываем все тайную полицию. Теперь можем колонизировать просто
тонну всего, что меня очень радует. Единственное, нужно, конечно, здесь порт построить, и здесь аналогично. Но наша колонизация Африки уже началась. Также пора принимать медицину, поэтому давайте-ка делаем вот так. Наше государство тоталитарное, но, конечно же, мы только увеличиваем зависимость населения от нашего государства медицинским страхованием государственным. Так что определенно нам это нужно. Там всего 8%, но у этого закона очень много ивентов, которые повышают хорошо шанс. Ну и вот уже на рассмотрение. Прекрасно. Теперь остается лишь думать, стоит ли нам по заданию, потому что заданию, очевидно, заступится 100% в Австрии. Я не сомневаюсь, потому что вот здесь вот она есть. А, да, не может она даже нас поддержать физически. Ну и как бы она наш соперник, мой ее соперник. 99%, что она зайдет заданию. Воевать с Австрией я пока бы не очень хотел. Нужно чуть-чуть стать посильнее. Ну и ладно, мы можем заключить союз с Британией. Давайте тогда сделаем вот так и пойдем все-таки. А вот и наша госмедстрахование. Самое, что приятное, ну, одно из самых. Это уровень жизни базовый. То есть сейчас мы попробуем еще, может, так залутать. Нет, это радикализация снижения. Что я могу сделать? Максимум вот так, наверное, да? Лояльность от повышения вот так. Сейчас у нас в теории должны появляться лоялисты, потому что уровень жизни должен у всех подрасти. О, а вот и французы говорят... Здорово, а мы хотим рейн. Слушайте. Помните, мы говорили, что мы улучшаем отношения с французами? Есть информация, что мы сейчас улучшим отношения с немцами в Альзасе, как говорится. А значит, что мы делаем? Мы здесь нейтралитет объявляем. И готовим свою собственную сейчас войну против Франции. Которую мы не можем. Почему? У нас не хватает одни. Нормально, справились. Справились. А Британия. Они же за этой фигни наверняка не поедут, да, атаковать. Активный фронт это. Где-то воюет сейчас. Что еще? Ничего не происходит на всех фронтах. Ладно. Ладно, я верю в силу Пруссии. Поехали. Ну и получается какой-то лютый кринж. Против меня вступает Австрия, Бавария. Сейчас еще Бельгия вступит. Там Британия за меня не вступает. Дипломатия этой игры просто шикарна. Ну и что? Вот такой вот конфликтик. Совсем непростой, однозначно. Но сможем ли мы с ним справиться? Я думаю, да. Самый страшный фронт вот здесь вот удержать. Здесь французы вообще ничего делать не будут. И что мы еще, очевидно, можем сделать, это вот эту выставку. Этим сейчас и займемся. Ну и пытаются они наступать, и пока, да, выглядит не сильно привлекательно. А здесь мы начинаем наступать, и вроде как отлично. Главное занять реализацию, там дальше, в принципе, мы выиграли. Промышленники у нас хотят олигархию принять. Слушайте, даст нам легитимность. Слушай, не так плохо. О, мы можем технократию взять, просто так принять. Это прикольно, но не уверен. Но в целом меня устраивает олигархия. Все еще у меня будет монархия. Поэтому да, давайте ее поставим. Это даст плюс легитимность в принципе, плюс легитимность временную. И попроще нам будет правительство формировать в теории. Ага, сюда успели войска прибыть. Еще побольше прям. Из-за этого немножко стало все похуже. Вы, пожалуйста, наступайте, да. Ладно, справимся. Да, видите, враг вот сюда отправил войска, из-за этого он их отсюда вывел. Здесь мы переходим в наступление, а здесь, соответственно, наоборот, становимся, смотрите, в стойкую оборону, оу май. И просто перемалываем их тут, перемалываем их здесь, и начинаем перемалывать их на всех трех фронтах наших. Отлично. Соответственно, отлично, конечно, все это из-за того, что французы здесь заняты своей гражданской войной, иначе мы бы уже, наверное, проиграли. Ну, все еще мы могли бы на лодочках то сюда плавать и приколы делать, но это уже другой момент. Так, да. Но, в принципе, мы эту войну победим. Также начал там находить золото, наконец-то. А значит, это лишь то, что я могу теперь построить еще больше секторов. И у нас теперь есть дополнительные доходы в казне. Будут они только расти. Вот мы уже заняли Богемию здесь. Здесь также пробиваемся и можем... В Эльзасе, пожалуй, начать заново наступление? Я думаю, да.
Или Бавария вышла просто уже из войны, то упростит нам задачу. Австрия вышла из войны, еще раз упростит нам задачу. Прекрасно. В теории, наверное, могут добавить сюда репарации или унижения, чтобы они против нас не встали в войну, но я думаю, так пойдет. Зато закончили войну намного быстрее. Потому что эти казусы Белли заставляют захватить столицу, еще что-то позахватывать. Очень долгая война получается. Ой, французы, смотрите, как объединились уже. Но есть нюанс, что очень-очень поздно. И как бы уже нон-фактор, как говорится. Я не сделал выступ аж в Восточной Пруссии, но я армию успел перебросить теперь. Ну, да, это мы подавим. Теперь выставки вот здесь вот высвечиваются, поэтому я это успел заметить. Иначе мог бы и не заметить. Ну и вот, олигархия и Эльзас-Лотарингия. И заодно подняли кучу легитимности себе. Прекрасно. Давайте снова попробуем профессиональную полицию сделать тем временем. И легитимность поднять еще выше. 95 можем все сделать. Законное правительство. Прекрасно. Ну и, конечно же, Эльзас включаем. Здесь было 13 строительных секторов, господи. Ну, конечно, придется такое подснести. Мы такое не выдержим. Ну да, а объединить мы пока не можем. Наверное, потому что нет. Это не точно вообще. Я мог бы, наверное, узнать, но, как видите... Увы, русская локализация сказала errors, incidents, targets, participants. Так и сказала. А за эту причину я пока узнать не могу. Но дальше, я думаю, пойдем вот сюда. Но все это будет уже в следующей серии. Вернем себе данные территории. Продолжим, наверное, в Африке куда-то колонизировать. Наверное, вот сюда. Ну, параллельно еще во все возможные направления обычными колониями. С Австрией разберемся. Может, с Россией за ее предательство. Посмотрим. Но все это, как я сказал, в следующей серии. С вами был DopGuy. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, скоро в бусте. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.